Знаешь, когда я была в твоем возрасте, наша семья тоже переехала в другой город. Ты привыкнешь, милый. Может быть. Мы будем здесь счастливы. Я обещаю. Милый? Крис? Мам? Это воронка от метеорита. Обещай не подходить к ней. Доброе утро, мамочка. Откуда у тебя цветы? Бывает так, что смотришь на своего ребенка и не узнаешь его. Он стал каким-то взрослым. Мам, стой! Это не твой мальчик. Это тварь из преисподней! Это как-то связано с диаметеоритом. Крис напомнил ей нашего сына. Что с ним случилось? Она была уверена, что его подменили. Крис никогда не был так умен. В вашей семье были люди с психическими расстройствами? Что-то не так, мамочка? Что произошло там в лесу? Скажи мне правду! Я просто потерялся. Не ври! Я не вру! Мамочка! Мы уже здесь.